Всем привет! Меня зовут Алексей Петрашевич, я режиссер и сценарист социальной короткометражной комедии «Джек энд Чан». Я хочу вас пригласить посмотреть мой фильм в рамках международного фестиваля «Мосфильмфест» в Москве. И хочу, чтобы вы получили искреннее удовольствие, счастье и радость, получили наслаждение от просмотра фильма, потому что он рассказывает о российской коррупции. Это шутка. А может быть и нет. Ну, в общем, приходите, посмотрите и увидите все сами. До встречи на Мосфильмфест.